Бюджет республики этого года увеличен на 6 миллиардов рублей. Образование, здравоохранение, строительство социальных объектов – приоритетное направление, куда поступят дополнительные средства. Изменения в главном финансовом документе республики рассмотрели сегодня на заседании правительства республики. Это первое изменение в бюджете года. Согласно главному законопроекту, доходы казны на текущий год увеличиваются на 6 миллиардов и составят 67 миллиардов рублей. Приоритеты расположились таким образом, что средства в первую очередь направят на реализацию национальных региональных проектов. Это дополнительное финансовое обеспечение медорганизаций, но это связано прежде всего с коронавирусной ситуацией в рамках реализации территориальной программы медицинского страхования. 760 миллионов реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и 332 миллиона реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Это 1,9 миллиарда укрепления материально-технической базы образовательных организаций, более миллиарда благоустройства дворов, территорий, стимулирования жилищного строительства, дороги 176, 142 миллиона укрепления материально-технической базы муниципальных детских школ искусств, учреждений культурно-досугового типа музеев, физкультуры и спорта. Значительно увеличивается объем средств, направляемых в местные муниципальные бюджеты, в том числе и на поддержку инициативного бюджетирования – 482 миллиона рублей. Модернизация ожидает и учреждения образования, причем подход будет комплексный. Это уже не только состояние внутри школы, детских садов, это в том числе и территория. Это асфальт внутри школы, это освещение, это пешеходные переходы, это спортивные снаряжения, которые должны стать, футбольные поля, которые должны быть на территории. В детских садах по-прежнему актуальный вопрос стоит веранд. И вот тот стандарт модернизации, который подготовлен и который сегодня профинансирован при уточнении бюджета, он включает в себя именно эти виды работ в том числе. Кардинальному изменению будут подвергнуты 28 детских садов, 42 школы и 2 оздоровительных лагеря. Существенную поддержку получит и Агропром Республики. Средства пойдут на поддержку сельхозтоваропроизводителей, модернизацию производства, выплату субсидий фермерам и на развитие перспективных направлений сельхозкооперации. Финансирование отрасли в итоге составит в целом в 2021 году более 2,4 миллиарда рублей, то есть с ростом за последние 2 года более чем на 23%. Основные направления – это на обновление техники для аграриев. Мы дополнительно получим более 171 миллиона рублей. Предусмотрено также средства на поддержание молочного животноводства. Специалистов высокого уровня готовить будут в школе фермера. На это выделено 150 миллионов рублей. Разумеется, в бюджете заложены средства и на дорожное хозяйство – 307 миллионов. Финансирование сферы физкультуры и спорта увеличивается на 309 миллионов рублей. В планах построить стадионы в Ядрине, в Порецком, в селе Яльчике и футбольные поля в Козловке, в Урмарах. Кроме того, 11 объектов спорта в муниципалитетах реконструируют. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.